Первая часть про амортизатор из Лего на Ютубе отдельно от этой. То есть, извините, но это в один ролик не получилось поместить, так как у меня закончилась память. И снимаю я это уже позже намного. Но выкладываю это я в одно время. Ладно, блядь. Вторая часть, как сделать амортизатор из Лего. Берем эти лапки динозаврика и прицепляем вот так. Нет, не так. Вот так. Ну и прицепляем снизу те детали, что мы ранее готовили. И, ребят, у нас все готово через одно движение. Все. Амортизатор готов. Повторюсь, вы можете использовать и эти колеса. Ладно, ребят, всем пока, с вами друзья Тима Легомро. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, нажимайте на колокольчик. Всем покедова!